Я совершил ошибку, вы знаете. Мое положение на данный момент очень сложное. Но у меня есть план действий. Извините, простите меня. Извини. К сожалению, наш банк не может выдать вам кредит. Не каждому в жизни такое выпадает. Раз Всевышний послал тебе подобное испытание, значит, именно ты и только ты способен с ним справиться. Поверь в себя, сынок. Я тебе месяц срок даю! Месяц! Здесь 5000. Или вернешь деньги, или покойник. Это что было, Саид? У меня был выбор, возвращать долги за другого или нет. Ведь я их не брал. Ни копейки. Придет время, все сам поймешь. Если вы все еще мне доверяете, помогите, пожалуйста.